Ребята, здравствуйте. День второй колхоза. Вчера у нас были зеркала, сегодня жук, жук, жук. Отверстие сверлится. Сегодня у нас день второй колхоза нашего, строительства колхоза. Куплены были, ребят, такие вот саморезы, вот он. Вот это прям самая нержавейка, самая настоящая, дорогая. А вот этот один шурупчик 30 рублей. Ну, для одного шурупчика, я думаю, это нормально. Так, поехал я, короче. Так, вот они все фонари. Все это сделано аккуратненько. Смотрите, как фонарик прям туда. Шляпка, смотрите, заходит прям плотничком. Красиво. Она как хромированная получается, нержавеечка такая. Вот. Сначала маленьким сверлышком я просверлил для вот этих саморезов. Я не нашел болты с гайками, чтобы... Во, самое то. Маленькую как бы засверлил, и туда уже можно его закручивать. И он закрутится туда плотничком прям нормально. Как бы и пластик не треснет, поэтому просверлил. Ну и здесь будет красота. Аккуратненько, ровненько, и не видно его. Четко село в паз нержавеечка. То, что я вчера на зеркала делал, у меня таких больше нет. Я их взял последние. Вроде как говорится, что нержавейка. Ну, не знаю, нержавейка это ли... Или это будет ржавейка, это мы уже узнаем позже. Какой-нибудь, смотрите, магнит есть. Пиздатейший. Ох, бля. Сильный, на 300 или на 400 килограмм магнит. 400 килограмм можно примагнитить и поднимать. Наверное. Так, ну что, ребят, что мы сейчас делаем? Фишка в том, что под каждый фонарик индивидуально нужно сверлить отверстие. Почему? Сейчас вам покажу. Пойдемте. Я думал, что можно вот эту резиночку приложить. Вот так вот. И посередке под провод бабахать. Но нет. Посередке не получается. Потому что если я все сделаю посередке, то... Смотрите, какая фишка интересная. Одевается сюда фонарь. Одевается резинка. Где-то попадает резинка в середку, где-то нет. Видите, как провод сделан? Вот здесь практически в середку попало. Заламывать провод, ну, не особо хочется и неохота его отломать. Тут получается середка, вот она. Есть такие провода. Да, где-то не середка, а где-то получается прям вот здесь вот с краешку приходится сверлить. Поэтому я беру резинку, одеваю фонарь, замеряю примерно. Это, конечно, геморройная работа, ну а куда деваться, чтобы было четко. Вот одно сверло, второе сверло, да, ну получается раз, два. Вот на третье сверло я примерно сверлю. Примеряю, ставлю, закручиваю. Готово. Смотрите, как это получается. А? Пушечка. Пушечка-раскривушечка. Бля, ну нормально, в принципе. Мне нравится, как получается. Я доволен своей работой. Здесь так будут проводочки уже выглядывать. Опа. Ну, по идее, должно. Я не хочу, ребят, сверлить. Не хочу портить это. Я не хочу портить это. Я не хочу здесь вот это вот сверлить. Вот. Потому что это расходники. Мало ли там что-то кто-то черканул, она снимается, выкидывается. Вот как это произошло на 202-м дафе. Вот видите, фонари есть. Это сколы, видите, попадают. Вот у Андрюха в ДТП попал, поменяли. Это теперь нужно размерять, как-то что-то тут делать. Чтобы этого не делать, я тут не буду трогать. Здесь я не буду трогать, тут не буду трогать. Поэтому я делаю так. Снизу будет труба. Так, тут светится, там светится. И, короче, нормально. Поэтому я и как бы и не хочу портить, не хочу это сверлить, это сверлить. Сюда наверх заебенить? Вот сюда? Сюда и сюда, да? Нет, дело в том, что туда я же еще хочу наклейку приклеить. Там же наклейка будет.
Поэтому, если я туда сейчас при бабахую, то уже наклеечку не сделаешь. А у славяна есть, да? Не, я не буду. Вот самый оптимальный вариант, как у меня. И просто не хочется, как чтобы у всех было. Хочется как-то, чтобы по-другому было. Чуточку. А что если потом на наклейку? Наклейку? На... Сверлить наклейку? Ну можно, да. Потом, когда... Ну потом можно будет сделать. Прикурить их, да? Хочу, да, сюда добавить. Сейчас, ребят. Вот так это выглядит. Маленькие отверстия. Это под саморезы. И под провод побольше. Вот я просверлил. Колхоз процветает. Колхоз, да? Заколхожено. И еще потом это надо наклейку придумать какую-нибудь, приклеить сюда, бах, заколхожено. Табличку, да. Вот, и все, сейчас получается мы делаем. Так, а где у меня термоусадочки? Я, короче, ребят, купил вот эти термоусадки. Вот они. Мне сказали, что это говно, а не термоусадки. Я заехал пацанам в Чехов. Автозвук 13. Вот, они мне дали термоусадочку. Четкую. И изоленту хорошую. Сейчас все будем делать. Давай, давай, работай. Таблички потом эти убери. Какие? Там уже скоро больница тоже скоро будет разбирать надо. Там мы все с ними едем. Стекло. Бля, ништяк вообще будет выглядеть. Бля, вообще песня. Песенка. Сегодня ехать на работу. Всеми силами, все помогают мне. Бля, у меня руки чешутся, я насверлился, короче. Сверлил, да, вот это, ребята. У меня теперь все руки чешутся, прям, бля, я не могу. Такое ощущение, как будто стекловато, блядь. Сейчас, короче, пока буду заниматься фонарями. Я, ребят, подвязал ее. Как я буду соединять? Я думал, один провод. И каждый провод к проводу. Я смотрю, они длинные. Я вот так, этот провод к этому, этот к этому, этот к этому, этот к этому, этот к этому. И вот так протяну, все соединю. Отсюда провод кину, заведу в короб, в салон и на кнопку. И будет огонь. Ребят, Олешкина лейба. Короче, эта девятка, он воткнул сюда мотор инжекторный. Мотор тоже самый, инжектор. А, тоже мотор? Просто инжектор воткнул? Вообще песня. Перекрасил ее, обработал, она как новая, представляете, покрашена заново. Охуеть, замки. Да, а закрывается-то как легко. И смотрите, самое что интересно, ребят. Салон от Пятнаря. А? Кайф. Смотрите, какая фишка есть. А? Секете фишку? И это открыто. Все работает. Вот так вот. Кто любит классику, смотрите, она вся обработана. Навьё. Ништяк, работает вообще. Цыпа. Еще заехать на мойке, пеной запенить все, вымыть его, и будет просто вот это все вымыется, он будет как новый. И движок будет новый. Решетка в тему, да? Блядь, решетка вообще классно смотрится, и глазки у нее обалденные. А тут линзы стоят, да, в фарах? Охренеть, блядь. Еще литья, да, не хватает мне? Есть, 4 колеса. Вот если литье на нее красивое, вот это будет конфета. Ребят, вот как вы думаете, любители классики? Да ладно. У меня даже в Ниссане так не закрывается. Вы поняли? Секете фишку.
Охренеть, бля. Стоит счастливый, блядь. Сколько ты денег в нее порол уже? Больше, чем она стоит, да? Ну, ништяк, ништяк. Надумаешь продавать, мы подписчикам ее продадим. Оцените классики. Оцените, кто, сколько за нее дал бы. Интересно. А какого она года? 99-го года, ребят. Ну, она машина просто в идеале, она заново просто вся покрашена, без жучков, без коррозии. Смотрите, четко покрашена, блядь. Пушка. Пушка-раскривушка. Дети пошли уже не те. Два мужичка на коляске детской, бочку тянут. И дверь какую-то. Один с палочкой. Один прёт, блядь. Короче, ребят, подсоединяю, провожу. Не знаю, что из этого получится. Есть еще такой вот пластилин автомобильный. Я потом, соответственно, ну, сначала я все это делаю там на изоленту, потом сверху термоусадку. Вот, а вот эти вот пазы, вот смотрите, как я сделал. Ну, наверное, на камеру будет плохо видно. Вот, я его погрел. Этот пластилин растаял, и он вылез, вот он. Видите, он вылез. И сюда уже влага не пойдет, потому что пластилин вылез. Он растаял, как клей получается. Термоусадка его обжала там внутри, этот клей. Ну и как бы это будет герметично, и точно пока фонарь не сгорит, сюда лезть не нужно будет. Угощайтесь, ребят, кофеечком. Че и там, газом. И газом. Че, работает? Давай пару псыков тебе, Ивану. Меня не надо. Нет, в этот. Поздоровайся, ребята. Кофе. Привет, подписчики. Там есть газ? Полный. Спасибо, дядь. А то уже холодает, и зажигал, блядь, прям резанул на изгибе. Все, пластырь принести. Смотри, как, блядь, прям сейчас лезвием как дал, блядь. А, надо? Болит. Да не, не надо. Короче, это, смотрите, ребят, какую фишку вам покажу. Иди сюда, Славян, помоги мне. Это называется русская термоусадка. Вот так, иди сюда, так, подержи так камеру, чтобы вот видно было. Я понял. Смотрите, ребят, вот это, короче, автомобильный пластилин. Его разминаете, он мягкий-мягкий. Вот, потом сверху термоусадочку одеваете. Так вот, термоусадочка одевается. Вот. Так. Сейчас, пока ветра нету. Потом это дело. С середочки начинается. Пластилин плавится. Бля, ветер задувает. Возьми, говорил. Вот, середки плавите и гоните в разные стороны. Сюда в бок. Опа, вот он полез, видишь? Видно, да, его? Да. Вот он лезет, все. Здесь его стягивает. Пластилин расплавлен. И вот с этой стороны тоже сейчас. Бля, как бы вот тут сделать-то? Он когда капает на руку, так больно, бля. Он горячий. Вот он вылез. Ну, засними на палец. Вот он, ребят, смотрите. Он застывает. Не-не-не, она не выключилась, она снимает. Угу. Он застывает и становится вот таким вот. Вот он становится просто нереально жестким. Его надо долго разминать. Он получается как вот эта холодная сварка. Его разминаете, разминаете. Это мне вот, кто подогнал этот? Олежка мне дал автомобильный пластилин. Охрененная тема. И я вот так, ребят, короче, делаю. Вот он, видите, все, он вылез, он застыл. Туда влага не попадет никогда, потому что вот он пластилин, он вылез. С этой стороны вот он пластилин, он вылез. Он застывает и становится вот так вот колом, где он. Сейчас покажу, вот, смотрите. Он просто нереально жесткий стал, все. Он просто намертво. Здесь влага никак не попадет, потому что термоусадка стянула пластилин, она растаяла, она там расплавилась, там уже точно никакой коррозии, ничего не будет. Вот так вот. Ну-ка, Славян, иди сюда. На, вот так подержи. Знаешь, что можно с аккумулятора запитать машину? Да. Смотри, я попробую. Плюс. Минус. Горят? Горят. Подойди поближе, засними. Видно, видно. Видно, горят, да? Конечно. Вот. Ну, моргни ими. Кому? Ну, просто этим. Вот. Вот, аккумулятор даже горят. Поэтому сейчас все будет сверкать. Тебе надо микрофончик. Бля, палец болит, пиздец. Чтоб в микрофон говорить. Микрофон? Да.
на ролик. Ну, это да. Это да. Ладно, сейчас кофейку попьем и будем работать. У тебя что, Славян, как дела? Как Мерседес? Ты похудел на Мерседесе? Не кормите меня. Сходнул. Как, говорит, работает? Ну что, паспорт не отдают? Солнце село, мы работаем. Аня, мы работаем. Солнце село, нас покормили, я хорошо работаю. Тебе еще паспорт не отдали? Нет еще. Значит, еще не заслужил. А где студент мой? Он, блядь, я устал, говорит, пошел на спалку, лег, блядь. Да это сменщик, я устал, говорит. Юрец, блядь, хватит спать. Ребят, короче, там все вроде подсоединили, мучимся. Провели его сюда в салон, завели кабель. Разобрали здесь вот панельку. Провели проволочкой, выводим кнопочкой. Че, закручиваешь? Вот, у нас получается, он, вот он выехал, вот он проводочек. И будет у нас он под кнопочкой. Больше, так, ребята, колхоз на оценочку. Елочка. Елочка. Гори! Да, трубы не хватает. Да, еще трубы не хватает. Знаете, что потом еще, ребят, сделаю? Я отсюда спрячу. Такие будут аккуратненькие. Ну, даже можно три, либо получается вот сюда. Один, второй, третий, четвертый. Издалека будет решеточку так подсвечивать. Снизу будет труба. Ну, короче, там вообще будет охрененчик. Вообще огонь, песенка. Ну, дожидаемся ночи и делаем, короче, как это все, ребята, выглядит. Оп, с этой стороны все это вот так вот выглядит. Не сверлилось. Олежка подогнал. Получается, короче, самоклеющая такая штучка, специально приклеили, чтобы ничего не сверлить проводочки. Чик, 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 чик. Ну, короче, как-то так. Все сделано так, ребят, как смог сделать. Конечно, сейчас советчиков найдется, блядь. Надо было это так, надо это было так. Ребят, сделал я так, как я смог. Разобрал, запустил туда вовнутрь кабину и на кнопочку вывел. Никому это не мешает. Качественно, дорого, богато. Ништяк, вообще я прям рад. Ну сейчас светло еще, не так особо такой вид, но это еще не до конца, это только началось все делаться. Потом, соответственно, будет краситься, ребят, бампер, снизу будет хромированная труба, сверху будет, ну, сверху потом покажу. Ребят, весь день, короче, пока ковырялся с дафом, в машине музыка играла, и я совсем забыл, что может аккумулятор сесть. Юрец приехал меня выручать. Машина не заводится, аккумулятор сел. Получается, с утра до вечера уже темнеет. Высадил аккумулятор. Она сейчас заведет сразу, отсоединяю меня. Маловато, пусть чуть подзарядится, постоит. Ничего не будет. Сейчас он чуть-чуть погоняет, мой подзарядится. Это же не бензин, он от свечи не заведется. Нужно давление, мотор должен хорошенько крутануть. Надо хорошенько крутануть, чтобы солярочку взорвать. Запустился мой трактор. Все нормально, чуть постоял, покрутило. Теперь пусть стоит, заряжается, блядь. Я забыл, короче, музыку слушал. Дослушался музыку весь день, что акум помер, Бобик. Она у тебя скоро разберется, Юрец. Это тебе там буфер маслает. А ты работать едешь? Где Мерседес? Слышь, мы все, я на пятнашке ездил, ты на пятнашке, Эд на пятнашке. Номер аж дребезжит. Обстановка по кайфу. Так, ребятки, ну что, поехали трудиться, работать. Андрюха, дядька Вовка. Да я сам ни разу не писал, сейчас буду писать. Остановился, оценивает. Внизу не хватает полосочки, блядь.
все заебись. Вот что-то, блядь, как бы не закончено. Да, Львов, это только начало. Снизу уже заказана труба, и снизу тоже будет гореть под бампером. А, я понял. А потом доделаешь, мне будете делать, да? Как скажешь. Принял. Че, поехали? Да-да, поехали потихонечку. Андрюх, едешь? Че, погоди, попрем вместе. Заполню уже до конца. Давай-давай, заполняй. Так, пойдемте, ребят, покажу, как это ночью выглядит. О. Я, короче, весь день, ребят, ничего не кушал. Эх, кроссовок упал. Я, короче, с утра как проснулся, чай даже не пил. Весь день с машины ковырялся. И сейчас только, вот только-только сейчас кефира чуть выпил. Ну как вам красота моя? Вообще песня. Красотища. Андрюха уже сидит. Я думал, кто-то у меня свет включил, блядь. Все там, дядь. Что тебе рассказать? Как бороздят пароходы? Стесняешься? Конечно. Поздоровайся с людьми. Здрасте. Здрасте, здрасте, люди добрые. Ну что, дорогие друзья, выехали мы на трассу. Держим путь на погрузку. Ребята уже первые уехали. Мы с Андрюхой вдвоем. Подустал я, конечно, сегодня. Поковырялся. С утра до вечера. Обголодался, проголодался, заголодался. Кефирчик попил, пряник съел. Весь мой обед на весь день. Что я могу сказать? Я очень доволен своей работой. Мне понравилось, как я сделал. Я просто кайфанул. Главное, что и шефу понравилось. Как бы я сначала, ребят, обсуждал это с шефом. Я ему показывал картинки, как это будет выглядеть. Мы с ним выбирали, я ему скидывал варианты. Он выбирал, ну, которые ему нравятся, как мне нравятся. И, ну, пришли к общему, как бы, и сделал так, как понравилось, как бы, руководителю и мне. Руководитель этого не против. Я сделал с умом, ну, как бы, все красиво, грамотно, поэтому руководитель не против. Скажете, спросите, да, по цене, сколько все это обошлось. Я в первом ролике говорил, что, ребята, обошлось мне это в примерно, сейчас вам скажу, фонарик, там сколько у меня, 370 рублей, за фонари я отдал, короче, 7, там, 900 с копейкой, ну, короче, грубо говоря, 8, плюс термоусадки, изоленты, все это, шурупы, там один шуруп нержавеечный, 30 рублей, считайте, да, там, сколько, у меня было 22 фонаря, ну, 22 фонаря. Да-да-да, Андрюх. Это самое. А ты не сильно обидишься, если тебе на карту не буду кидать. Завтра у Палыча выпрошу на дорогу. И наличка отдам. Да не вопрос, Андрюх. Ну все, хорошо, давай. Вот, и получается вот эти шурупы. Где-то там я отдал 1300 с изоленты, с термосадками. Я чуть поднакопал. Зарплату получу, я тебе сразу перекину. Ты не в курсе, что там по поводу карантина, это, блядь, до какого продлевания будет? До конца мая продлили. Слышал, до 11-го, а я 12-го на работу идет, выходят у нее. Бля, не знаю, ну как слухи ходят, вроде на весь май продлили. Ребятки, короче, на 120-м здесь в сторону Тула поставили пост, сделали одну полосу, блокпост для проверки, автомагистраль, сотрудники маленьких всех шмонают. Видишь, камера стоит? Да, да, вот камера стоит. Она не только на превышение, еще считывает номера, понял, у кого нет пропусков на машины, по пятаку хуярит. Да ладно, что, серьезно? Да. Ну, это, наверное, легковые, да?
Да, да, на легковые, на грузовые же отменили пропуска. Охренеть, блядь. Бля, это специально, 100% специально народ обдирает. Просто казну пополняют. Просто вот эти штрафы собирают. Это, вот пропуска, зачем эти пропуска? Ну, если я, блядь, болею, да, ну, не болею, допустим, если я здоровый, я, значит, если выйду на улицу, я нарушаю самоизоляцию, да, я могу как бы заразиться, блядь. А если я, допустим, делаю пропуск этот и еду по пропуску, то что, получается, я не могу заразиться, что ли, блядь? Бред какой-то, блядь. А если нет пропуска, то штраф, блядь. Это просто они данные с народа собирают для чего-то. Что-то, короче, это специально хуйня какая-то нездоровая. Да, да, да. Ну, пополнение каждой конкретное идет. Мне кто-то в группу присылал, блядь, то, что вот этот пятак штраф, блядь, и пополнение за сутки на 1 250 000 000 за сутки собрали, блядь, по штрафу, вот это по пятаку, то, что штраф. Бедный народ, бля, обдирают, сука, как хотят, блядь. Так, ребята, живем, блядь. С этих пропусков, блядь. Нет бы народу помочь в тяжелую, да, минуту. Нет бы, наоборот, народ сейчас трудится абы как. А кто-то вообще не трудится, у кого-то вообще денег нету. Кто-то последний писюн без соли доедает, блядь. Они еще обдирают до конца, до последнего, блядь, штрафами своими, блядь. Нарушение самоизоляции. Хуяции, блядь. Как народу жить, как питаться, блядь.